Калнинш, и вместе с ними Лукас Лохарт играет в этом большинстве. Что объединяет эти команды, что... Ух ты! Юнтила сделал на Нормана передачу. Как так? А это они в меньшинстве забили. Да просто забыли Нормана. Просто забыли. А это Лазарев не доехал. Не, ну Лазарев просто последний остался. А да, поскольку Куньлунь был в большинстве, и один защитник. Один защитник, да. Вот это обратная сторона медали. Обратная сторона защиты. Потому что если ты выпускаешь одного защитника, то остальные четыре нападающие должны с точностью на 100% знать, что они делают в случае потери. Потому что потерь достаточно много.